Всем доброго времени суток! Вы на канале Ассоциация защиты животных. И в этом видео мы будем определять пол хомячат и выбирать, какого хомяка оставим себе. Но перед этим давайте посмотрим, как они изменились за четвертую неделю. Хомячкам 4 недели, по размеру они уже почти как взрослые хомяки. В этом возрасте обязательно нужно рассадить хомяков по половому признаку, для того чтобы избежать близкородственных скрещиваний. Для этого нам нужно определить пол хомячат, и сейчас мы это сделаем. Для удобства пересаживаем хомячков в переноску. Теперь самок будем садить обратно в контейнер, а самцов отсадим. Первый хомячок – самка. Второй – самец. Это самка. Самка. Самец. И это самка. Именно ее я и оставлю себе, поскольку большинство из вас просили оставить белую самку. Самцов я посажу в другую клетку, а самки еще несколько дней побудут с их мамой, пока хомячков не заберут их будущие хозяева. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.